английские идиомы, фразовые глаголы, устойчивые выражения, часть 66, part 66. Такое интересное выражение, как under no circumstances, ни при каких обстоятельствах. Under no circumstances, under no circumstances. После этого выражения мы с вами используем инверсию, обратный порядок слов. Например, ни при каких обстоятельствах ты это сделаешь. То есть ты это сделаешь, ну или я это сделаю. Я это сделаю, это будет I will do it. Правильно? Если инверсия, то меняется местами подлежащим и сказуемым. Получается не I will do it, а will I do it. И получается under no circumstances will I do it. Никаких обстоятельствах я это не сделаю. Under no circumstances will I do it. Далее. Classic example. Классический пример. It's a classic example. It's a classic example. Но здесь не нужно путать classic и classical. Classic example – устойчивое выражение. А вот classical music – окончание AL. Classical music. Мне нравится слушать классическую музыку. I like listening. I like listening to classical music. I like listening to classical music. Далее, crystal clear, то есть предельно ясно, кристально чисто. Но здесь можно сказать I understand you perfectly, я тебя прекрасно понимаю, или I perfectly understand you. It's crystal clear. Это предельно ясно. It's crystal clear. Или, например, о реке, что она кристально чистая. The river is crystal clear. The river is crystal clear. И то же выражение clearly. Очевидно, то есть ясно. Clearly. It's a very big mistake. Очевидно, это очень большая ошибка. Clearly, it's a very big mistake. В принципе, здесь также можно было употребить и слово obviously, которое также означает очевидно. Obviously, it's a very big mistake. You can say clearly or obviously. Это синонимы. Окей, мы с вами проверим и повторим. Under no circumstances will I do it. It's a classic example. I like listening to classical music. I perfectly understand you. It's crystal clear. The river is crystal clear. Clearly, it's a very big mistake. Or obviously, it's a very big mistake.